здравствуйте, уважаемые посетители канала. Ну что, я как-то тут для вас рассупонился и то, и все сделал. Начитал, выложил бесплатно. Потом, значит, по ссылке, а потом, значит, я это... Как говорится, все есть. Что там придумать какого-то велосипед, когда уже все сделано? На Ютубе есть такая... Такой плейлист. Плейлист, да? Так, где он? Так, из контент мы берем. То есть, плейлисты. И вот здесь как раз в плейлистах имеются, значит, те книги, которые я потрудился, надиктовал. Целительная сила 1, 2, 3, 4. Их можно... послушать, так как я надиктовал. Даже вам читать не надо, но это для спонсоров. То есть для спонсоров, можно так сказать, сделал такой большой подарок. Хотя у всех остальных отнял до этого. Аудиокниги, смотрите. Том 2. 381 просмотр. Далее 171, потом 2 просмотра, 159, 163 или прослушивание 192, 314, 241, 145 просмотров. Там отметки, не отметки. То есть какой-то мизер. Поэтому, если вы хотите серьезно как-то там заниматься, я все говорю серьезно, серьезно. Кто там серьезно занимается, кроме Светоча? Поэтому он и Светоч, что он серьезно занимался собой. Все это дело искал, а потом изложил. Вот, так что, кто желает или кто спонсирует канал, там какие-то там минимальные деньги, пожалуйста, для вас вы можете включать, слушать, как ваш автор для вас своим голосом надиктовал вот эти все книги «Целительная сила». Что бы я еще хотел сказать? Вот я, вернее, как знания передавали? Знания, конечно, передавались из уст, так сказать, в уста. Сидит человек и вот вам рассказывает тот, который знает. Ну, примерно как сейчас происходит. Я сижу там, что-то там рассказываю, разъясняю. Такое было. Потом появилась письменность. Письменность уже, этот рассказ был записан на какой-то носитель. Ну, в данном случае на бумаге. То есть появились книги по здоровому образу жизни. Плюс, которые освещали ту или иную тему. Книги. Человек приобрел книгу, вот как раз это было там в 90-е годы, когда вот открылись шлюзы, и все желающие могли там соприкоснуться с Полем Брэгом, там, с Гербертом Шелтоном, Шаталовой, там, Неумывакиным, ну и всеми другими, кого там они посчитали ближе к себе, и можно было от них взять знания. То есть это были книги. Пожалуйста, человек приобретал книгу, читает, все нормально, да, как-то. Надо, не надо, вот она и есть, положил. Вот, то есть книга освещает какую-то тему. Более-менее капитально она осветила, значит, вы ее, так сказать, ну, учебники. Что такое учебники? По ним же учатся. И вы, грубо говоря, по этой книге, как по учебнику там прошли, для себя какую-то тему изучили, применяете и довольны. Вот. То есть это, так сказать, один способ передачи знаний, книга. Далее появились газеты. Газеты, которые сообщали, что что-то меняется. Одно дело, книгу написал и все. А тут, как это, грубо говоря, рецепты, какой-то опыт или еще. И появились книги, газеты, которые буквально таки там
ну, не ежедневно газеты по оздоровлению, а там такие, как бы сказать, бюллетени или альманах, или как там их назовешь, то есть которые выходили еженедельно там, или раз в месяц. Раз в месяц. Ну, отлично. Типа журнала. И там уже какие-то последние известия, новости. Вот. Кто-то описывал этот метод, кто-то описывал там свой опыт или еще что-то собиралось. Ну и, так сказать, более-менее там какое-то живое было общение. Опять-таки, это все приобреталось. Раз в месяц все, человек приобрел, читает, если надо, не читает. То есть все шло через, можно так сказать, через бумажный формат. И вот появился интернет, и знаете, вот этот бумажный формат, я как-то даже не уловил для себя, почему, что и как, он исчез, он не нужен, сидит, ну, допустим, я там перед вами сижу, и я вам рассказываю, тара-та-та-та-та, но я не могу рассказать о том или ином методе подробно, вот как я целительные силы изложил, потому что это большой материал, это много, это, ну, говорить много надо, это курс лекций на тему очищения, питания, биосинтез, биоэнергетики, там, голодание, биоритмология, уринотерапия, наконец-таки создание собственной системы, что, что, как. То есть целый курс. Одно дело там вот что-то осветить маленько. Ну, это немножечко я сбиваюсь с темы. То есть это большой пласт знаний, который как-то должен быть изложен. В данном виде я вот, допустим, в виде книги, в виде уже надиктованного. Это, естественно, надо прослушать, или прочитать, или как-то вникнуть в это дело. Другое дело, значит, вот типа как газета была. Раз в месяц что-то там такое, рецептик, то есть особо не заморачиваясь. Что-то изложили, что-то кратко там сказали. Ага, подходит, не подходит, там, ну как бы сказать, вот, пища для раздумья. Но в газетах нельзя рассказать того, что описано в учебнике. Это важно понимать. Потому что не тот формат. Учебник, книга, капитальный труд. Газета – это, ну, часть чего-то там изложенного, так, понятно, непонятно, ну примерно так. Какое-то текущее событие. И вот оно, значит, теперь обращаемся к интернету, к Ютубу. Ну, в данном случае к Ютубу. И что я вижу? В основном каналы, они вот такого что-то вам капитального, никто ничего не рассказывает. Какие-то такие длительные, чтобы лекции были. Хотя и такой материал есть. Особо что-то он не затребован. Смотрят какие-то кусочки, какие-то рецепты и думают, что за счет их они, ну, будем говорить, обретут там здоровье, решать там свои проблемы или еще что-то. Практика показывает, что, конечно, есть какой-то эффект от этого, но если вы не видите всю картину в целом, то да, это может в какой-то степени сработать, а потом перестать работать, либо вообще туда не попали, куда надо попасть, потому что не те там знания. Например, ну ладно, чтобы не сбиваться. И вот для меня как-то, знаете, явилось еще такой загадкой то, что вместо книги, вместо газеты, которые зарекомендовали себя, появилось вот это вот блогерство, которое тут те же книги и газеты за деньги, гораздо больше денег, значит, впаривают доверчивым посетителям того или иного канала. Рассказывают то, сё, пятое, десятое. Все стали, там, знаете, блогеры там экспертами.
допустим, люди там в 20, 25, 30, 35, ну, 40 лет, это уже более-менее чего-то человек набрался хотя бы каких-то там знаний. Но они уже вот считают себя специалистами и вот рассказывают, причем за деньги. И эти люди эти все доверчиво слушают, вот эти вот рецептики там. Ага, там про соду они слушают, вот кто-то там написал такой интересный отзыв. Сейчас я вам его зачитаю. Зачитаю. Отзыв, зачитаю. Ваш канал, контент, комментарий. Я его нарочно оставил. Так, кто-то пишет, что я молодец. Кто-то говорит, нужно. Так, тренажер. Так. Так, ага, вот пользователь. Сода, голод, бытовое применение. Опять-таки, видео, сколько там оно длится? А тут не указано, сколько оно длится. Ладно. Невозможно там, знаете, вот задаться с целью и рассказать все о соде. Хотя я для себя, опять-таки, я тот или иной вопрос исследую для себя. Как это работает? И желательно начинать с самого начала. Вот, я этот вопрос для себя разобрал. Ну вот, тот человек, который просто-напросто прочитал вот это или просмотрел вот этот вот видосик, ну давайте на него нажмем. Сколько он этот самый... А, 8 минут. За 8 минут люди думают получить... Я даже не знаю, знаете, как это надо втолкнуть информацию, чтобы за 8 минут они там получили всю информацию о соде, которая там изложена. Вот я сделал большую статью. И вот пользователь, не зная того, что я... В этом вопросе тоже для себя разбирался, написал: по соде Малахов неандерталец по сравнению с Неумывакиным. И так смеются. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А вот он не знает, что изложил. Некоторые люди там, в свое время я встретил одного человека, и он мне интересную вещь сказал. Вот я, говорит, встретил книжку по уринотерапии одного автора там. Ну, я, говорит, почитал, сравнил с вашей. И говорит, ну, он, наверное, не читал вашу книжку, потому что после нее, если взять эти книги, просто-напросто там читать нечего. Настолько она слаба. Ну, человек посчитал со своего этого, не знаю, читал он или не читал, что это. И вот точно так же сейчас творится на Ютубе, в интернете, вот этот Телеграм. Я туда не хотел, в этот Телеграм. И входить, вот тебе напишут, ты напишут. Да вот я вам пишу, вот я вам общаюсь, видео там, рассказываю еще. А еще индивидуально, что тут вы ко мне доступ имеете, а тут индивидуально что-то можете написать, там что-то там такое, там... Рассказать, котик, здравствуй, тепленький животик там, а я Маугли, там, вот я там висю на ветках, там, что там, как там. То есть, как бы сказать, какой-то личный. А я не хочу вот лично особо общаться, мне вот тут достаточно. Если вы хотите пообщаться, пожалуйста, задаете какой-то вопрос, если на него нету каких-то там... Я его не разбирал, да, тогда, пожалуйста, там я могу разобрать. Ну, могу не разобрать. Это дело частное. Как-то я, вот видите, развожу руками. И еще, что важно еще понимать, люди, которые считают себя специалистами, вот эти вот молодые, там, это горячие, хватучие, голодные, до всего. Они вот так рассказывают увлеченно о том, о сём. Но это молодое время ваше, там 30 лет, там
40 лет. Это человек очень молодой, он прекрасно может выглядеть и в 40, и даже в 50 лет. И что-то там ему помогает. Но попробуйте вот как я там, в 60, в 70 лет. Что с вас остается в 60-70 лет? Я, знаете, вот смотрю фильмы с Брюсом Уиллисом. «Крепкий орешек», там он крепкий мужчина, приятно посмотреть на эти. Есть у него юморок, харизма. Он 1955 года. И вот сейчас я читаю о нем, что я читаю? Что у него болезнь, это та самая, слабоумие, он перестает там кого-то узнавать, чего-то понимать. Вот тебе и тот человек, на кого мы равнялись. Другие люди, на кого равнялись, что это с ними там стало. То есть, будем так говорить, где они там допустили ошибку, что они там упустили, что еще, что некоторых уже нету. Сколько он даже молодых, гораздо моложе меня, приходила на передачу ко мне, доброго здоровья особенно, все общались, и они неожиданно умерли, нет. И вот то, что проверено временем, вот это самооценится. И носитель этого должен быть, конечно, человек, который, говоря вам, вот я делаю то-то, 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 и видите, как я выгляжу. Вот это совсем другое дело. А когда же в молодом возрасте что-то там рекомендуют, что-то там такое людям раза в два старше себя, как-то, знаете, становится, ну, лично мне не по себе. А чё ж ты до этого ума не добрался, что кто-то ты там тебя учит, что-то там такому, что ты... Ну ладно, есть разные случаи, это важно понимать, есть разные случаи, но вот меня как-то все это удивило. Не нужны вот эти бумажные носители, книги и газеты, вот мы вам будем рассказывать, вот мы вам рассказываем, то есть все, 5-10, при этом нету целостной картины. И, грубо говоря, каждый из того, что было, даже из моих книг, я как-то в 2004 году, по-моему, был в Самаре на съезде этих самых целителей, и там люди подошли ко мне, там, ну, много было целителей, и говорят, да мы вот начали с ваших книг, а потом рассосались, кто куда, кто то делает, кто все делает, еще что-то там такое. А потом, значит, вот первоисточник забыть, назвать его совсем по-другому. Ну, например, совсем, вот буквально таки сегодня я, значит, обнаружил такой канал. Это «Квантовый доктор». Я, будем говорить, не шучу. «Квантовый доктор». Ну-ка. Ах ты, это ж у меня этот самый. Квантовый доктор не здесь, а это самое. В другом. То есть, что там? Какой-то квантовый, что еще? Какое-то. То доброе, простое, что прошло. Найти книги в интернете, что-то нет. Что прошло тысячелетие и работает. Нет, оно значит не это. Живой журнал «Квантовый доктор». Философия здоровья, благополучия и изобилия. Сразу все. И хочется узнать, люди, которые ведут вот этот канал, они действительно, грубо говоря, у них здоровая психика,
у них все благополучно там в семье, там, грубо говоря, на работе. И изобилие, то есть они живут вот в таком доме, а может быть и лучше, с бассейном, там, знаете, ну, грубо говоря, там, ну, достойно живут. Либо же вот это вот учат, которые считают, знаете, что у нас тут, что мы что-то тут понимаем, что там знаем, что-то ты понимаешь, что-то знаешь. Ну, вложи в себя, прежде всего, вложи в себя. Я лично вот так вот поступаю. Мне вся эта наука, наука первоначально, да и сейчас, была интересна из-за того, что я могу взять и применить к себе, чтобы качество моего здоровья, моей энергетики, мое благосостояние стало лучше. Вот это я для себя беру. А потом уже, когда все это дело, на себе проверено, что она действительно работает, действительно есть, тогда уже можно как-то и поделиться. Вот, например, сейчас модные, значит, психологи. То есть люди не могут самостоятельно решить какие-то свои проблемы. А для этого надо себя образовать, с собой поработать, себя анализировать. Много вложить. Я очень много в себя вложил. И продолжаю влаживать. Вот. Чтобы это решить. Чтобы с женой было хорошо. Чтобы более-менее с детьми хорошо было. Или не было. С друзьями, с окружающим. С бизнесом какой-то, знаете, нишу нашел. Кстати, что я хочу сказать. Знаете, вот. Это уже касается меня лично. Вот то ошельмование меня как человека, который написал книги по здоровому образу жизни, скажем так, по здоровому образу жизни, и все это, мол, туфта, все это ерунда, ошельмовалась, обсмеялась, куча всех этих юмористов по мне, значит, прошлась, протопталась, так сказать, себе бабло заработала. Вот. И как бы все это успокоилось и забылось. Да, мол, там это самое. Ну, какой-то человек, мужчинка так, недалекий, но... Ладно там. Так вот, опять-таки, вот я начал заниматься изодинамической гимнастикой. Не говорю гравитационной, потому что тут вот опять-таки разные деления. Это так, это не так, это или сяк. Я сам начал заниматься. Мне надо было просто увидеть, грубо говоря, этот метод просто увидеть. Прочувствовать на одном занятии, прочувствовать. И увидеть перспективу. И несмотря ни на что, там, дорого, недорого, я приобрел этот тренажер, установил себя в спортзальчике. Вот. И уже 5-й год занимаюсь. Плотно занимаюсь. И уже, знаете, вот люди, которые увидели меня, как я там занимаюсь, что там я излагаю. Огромное количество народа, которому я говорил, что это мощное средство по возрождению организма, они кто-то прослушали, да и все там, вот это то, вот это все и так далее. Нет. Поэтому я особо не стал кого-то за собой там тянуть, но тем не менее, вот что-то новое надо, что-то еще-то такое. Ко мне потянулись люди, причем непростые люди, это люди, грубо говоря, 40-летние, которые уже специалисты своего рода, которые позанимались, которые что-то узнали, которым есть что сравнить. И вот они попадают ко мне и видят,
и видят, что то, что они занимались, ну, дело, конечно, хорошее, там, кормят. Но то, что я занимаюсь, и то, что я представляю, в конце концов, в результате всех этих занятий и плюс вот этих наработок, которые я сделал в течение жизни, это совершенно иное. То есть сейчас опять начинается вот эта вот волна, что меня в конце концов видят истинным. Видят по-настоящему, кто я такой, балабол или действительно специалист высочайший на этом канале. Одно дело, знаете, можно про голод говорить, а самому там и не голодать или еще. Я через голод сам прошел, провел несколько людей, можно сказать, показательно. Еще там что-то сделал, еще там что-то сделал, еще там что-то сделал. То есть люди видели разницу между болтуном и человеком, который действительно знает, действительно может, действительно ведет. Ну, короче, к чему я тут веду, будем заканчивать видосик, это то, что, чтобы, знаете, вот это меньше там посылки там давать, разрешения, пожалуйста, становитесь спонсорами канала, получайте доступ к этому вот богатству, которое я сделал, это общечеловеческое богатство, видите, я не пытаюсь сказать, что это мое, что это я сделал. Да все уже есть. Все уже есть. Внимательно смотри. Но мы не готовы взять это, которое лежит перед глазами у нас. Мы его не видим, мы его не понимаем, мы не осознаем его важность. И вот когда осознаешь, вот эти все, знаете, квантовый доктор, квантовое здоровье или еще что-то, нагромождение какое-то, что вы поймете, да люди давным-давно разобрались, кто есть кто и кому надо идти на поклон для того, чтобы у вас было здоровье, для того, чтобы у вас был достаток, для того, чтобы вы процветали в конце концов. Ну и на этой нотке мы с вами и закончим.